1 827 614 рублей. Из грязи в князи. Вот так вот внезапно. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, как я и обещал, мы с вами снова играем в StarCraft X, вторая серия. Мы продолжаем приключения нашего героя по имени Укбуту. А что же нас сегодня ждет, я понятия не имею, но, скорее всего, много перестрелок, много монстров и много отчуждения. И несмотря на то, что солнце сейчас светит, посмотрите, какое все вокруг болотного цвета. Такое мрачное, такое опасное. Поэтому я оделся в белую футболку, чтобы быть единственным светлым пятнышком в этом жестоком мире. Кстати, о жестоком мире, давайте пойдем его исследовать. Мы толком-то и не смогли погулять с вами. В прошлой серии мы просто разогревались. Вот это ж такое, лодочная станция, враждебная база. Мы прямо туда и пойдем. В прошлой серии я много бегал, выполнял квесты, но сам себе квесты не ставил. Теперь же я буду сам себе хозяин, я сам решу, что делать и кого убивать. Чтобы попасть на враждебную базу, нам необходимо пройти по этой дороге. Идти все время по дороге, на самом деле. Все, я вышел на дорогу. Просто идем. Ой, блин! Погодите, это же останки. Что тут у нас? Хлебушек, аптечки. Да, пусть будет еще дополнительные. Тут была какая-то жесткая перестрелка, кажется. Так, главное нам не перевеситься. Что это такое? Бинт заберу. Я вот собираю эти патроны 5,56 миллиметров. А мое оружие какое-то их юзает? Вообще никакое. Зачем я тогда их беру, непонятно. У, военная аптечка, забираем. А вот и 9-миллиметровые патроны и болотный камень. Блин, это военная база. Там кто-то был. Я кого-то видел. Вон! Вон чел! Он стреляет по мне! Это враг. А! Опасный враг. Где гранаты? У меня была граната. Вот одна. Какого? А, вон! Стоп, это собакины! Крысы! Блин, по мне стреляют, срочно, аптечка. Мне кажется, нужно использовать бинт, где-то я его видел, вот, использовать. А! Черт, меня побили, отойди от меня. Меня убил бандит. Это что же, я лишился всего. Ах, как же это обидно, начинать все с нуля. Добывать ресурсы, грабить других людей, а потом все терять, потому что тебя ограбил кто-то другой. Вам этого не понять, потому что вам не приходилось начинать все с нуля. Ведь вы скачали эту игру бесплатно по моей ссылке в описании и ввели этот промокод, который дал вам классные бонусы на старте. И поэтому вы сейчас играете и кайфуете. А мне придется сейчас идти и возвращать свои ресы. Этот гад ведь дает себе отчет в том, что я сейчас вернусь с очень кровавой местью. 160 метров. Слышишь? Что это? Ты слышишь? Кто-то ходит. А, это выстрелы. Давайте мешаемся резко. Это наши, ребята. Помогаем. Это свой? Я не понимаю, кто в кого стреляет? А кто в меня стреляет? Так, поднять. Давайте поднимем его. Да стой ты, не дергайся, я поднимаю тебя. Ай, по мне стреляют, пока я тебя поднимаю. Я что-то не понял, а как отличить бандита от небандита? Этот чел похож на друга. Ладно, давайте лутать. Все мои хлеба я потерял, я должен их вернуть. Вот, это мой хлеб. А вот здесь мой труп был. Меня уже залутали полностью. Я хочу подняться на эту башню. Идем внутрь, пока здесь никого нету. На первый взгляд кажется все пустынным и безлюдным. Но так ли это? Нет, все пусто в ящиках. Опа, бабло. Вот эти находки я обожаю. Смотрите, рюкзак, который, блин, не юзабельный. Что это? Набор компонентов брони. О, как здорово. Вот эта находка. Вот это то, что надо. Антирады. И какая-то еще керамическая пластина, кстати говоря. У нас есть такая. Давайте ее вставим. А вот это, не знаю, выпадает при смерти до посещения безопасной зоны. Позволяет восстановить до 20% максимальной прочности брони. Ранга отмычка или новичок, может быть, надо вставить куда-то? Себе в задницу, например. Здесь стопудово надо порыться как следует. Вот. Это мне нравится. Еще броня. Много элементов брони нахожу и антирадиационные таблеточки. Что это? Патрон экспансивный. А на вышке никого не оказалось. Теперь я стою здесь. И я пробегаю мимо окна. Может быть тогда, когда я подходил сюда, я видел себя, но в будущем. Такое может быть, может быть. Я не знаю, есть ли такие фишки в игре, но я думаю, что такое возможно. Аномалии, они же такие, они всякое могут сотворить. Хорошо, выходим на дорогу. Я думаю, надо идти дальше. Тут еще очень много зон. Видите, южная зона, тихая заводь. Мы с вами находимся в южной зоне. Теперь я понял, что мир еще больше, чем мне казалось до этого. Смотрите, рюкзак. И что это? Набор компонентов оружия, новичок. Забрать, конечно же. Я понимаю, опрометчиво сейчас идти с такой добычей на базу злодеев. Но мне хочется посмотреть, как это будет. Как я подохну. Сейчас главное на животных не напороться. Не хочу сталкиваться с ними. Потому что я выдам себя стрельбой.
Давайте с горы зайдем. Нашли. А? Базу, что ли, перепутал? А ну, чего? Забегай отсюда, а то убьем нахрен. А, нам сюда нельзя? Это что, типа, безопасная зона для враждебной фракции, в которую я не могу попасть никак? Ой, это куда это пошел? Убит охраной. Блин! Чёрт, обидно. Придется 800 метров пиликать до своего трупа. Но я должен себя подобрать. Слушай, опять перестрелка здесь на военной базе. Надо вмешаться. Это злые, да? Это злыдни. Давай, давай, давай. Умри, умри. Есть, первый фраг. Так, быстрей. Что такое? У меня нет патронов. Стреляй, стреляй, стреляй быстрей. Есть, а нет, у меня есть патроны, не понимаю, почему не перезаряжался. Быстренько собрать все это надо. Мне главное, что я не подох! А! Сражаемся, сражаемся! Это бандиты? Это злодеи? Это злодеи! Стреляем из-под тишка! Есть! У меня патроны закончились, мама. О! Надо валить отсюда! Сейчас, погодите, ребят, я свой трупик подниму. 200 метров всего. Только непонятно, дадут ли мне поднять свой труп. Там был триггер, где по мне сразу стреляют. Может быть, если я очень аккуратно вот так вот найду сейчас свой мешочек. Вот мой мешочек. Прям очень осторожно. Лошня, базу, что ли, перепутал? А ну, забери отсюда, а то убьем нахрен. Три, черт, две, одна. Ой, как здесь опасно. Ты должен поднять. Лошня, есть! Базу, что ли, быстрее, перепутал? Быстрее, быстрее, быстрее. Все, поднял. Вот это скорость действий! Мои собственные приключения в этой игре гораздо более драматичные и гораздо более напряженные. Смотрите, дырка в земле. Пойдем, зайдем? Зайдем, пойдем. Кто здесь? О, нет! Опять ты! Колбаска забрать. Это самое полезное здесь. Все забрать. Приятно вот так вот взять и случайно кого-то обчистить. Ой, 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 ой. Есть! Ха-ха-ха! Погиб враг. Отлично, вы отвлекли его, маленькие крысята. Молодцы. Что у него есть? Колбаска, это самое важное. Главное здесь в зону не зайти. Ой, блин. Черт, да перезаряжайся ты, боже мой, мать твою. Давай, умри, умри, крыса, умри. Истекаю кровью? Нет. Все, бинт использовал. Крысиная нора, нужно быстренько залутать. Ага, говна всякого набрали. Класс. Окей, куда бы нам пойти? Давайте пойдем в гаражи. Это прямо. Но здесь есть какая-то изба. Давайте посмотрим, что внутри. Отлично, броня. Надо бы ее поставить сюда. У нас мало места осталось в рюкзаке. Надо что-то делать. Надо будет пойти в хранилище положить все это дело. Зажигалка можно продать. Колбаска можно используется для крафтов. Что я могу скрафтить с помощью колбасы? Бутерброд? Ах, как красиво здесь было бы, если бы я превратил это все в тропический курорт. Красивый. Я добьюсь этой цели. Силы воображения! Кто такой? Ой, пес! Пес! Злой пес! И че я сюда вышел? На собак. Вон еще одна бежит. Так, вали. Ссы меня. Она не ссыт меня больше! Забыла уже, да? Какой страх чувствовала. Как я сейчас примерно! Кто еще? Кто еще? Вон она бежит. Кровь, 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 кровь. Все, логово шавок, надо пойти туда. Раз уж убил всех, то надо почистить следы. Ну-ка. О, сезонные очки, прекрасно, я рад. Репутация плюс 8. Вот это я красава. Челлендж мой называется сейчас, дойду ли я до гаражей, не потеряв ничего. Слушайте, я должен из-под тишка вылезти и как следует навалять. Хорошо, прячься, прячься. Это враг. Дай! Валим, валим, валим нафиг отсюда! А, Че по броне? Еще есть. Нет! Они не отстанут от меня! Надо отбиваться! Так, убил одного, кажется. Броня, 8%. Надо заменить. Блин, крыса! Вот это западло полное было сейчас. О, встать здесь, все, брони нету больше. Вот эту заюзаем. А, вон ты, гад. Ну-ка, попадем. Попадаю по нему. Я попадаю по нему. Убил. У меня нет больше патронов, да? Понятия не имею, куда я бегу. Ой, блин. Не в ту сторону бегу. Я в плохом месте нахожусь. В очень плохом месте. Давай, прыжок. Традиционка меня сейчас доконает. У меня же есть таблы. Таблы. Ой, псина еще здесь на меня бежит. Блин, какой экстрим, я не хочу потерять все, что собрал. Я не уверен, что это все очень полезное. Но колбаска, видите, она какая востребованная. Собаки бегут за мной, не могут никак отстать. Да господи.
Есть. Я вернулся обратно на базу. Я хочу к гаражам попасть. Мне нужно пройти через болото. С таким количеством ресурсов я ничего не смогу сделать. Да, совсем плохо дело. Мне нужны 9... О, боже мой! Мне нужны 9-миллиметровые патроны. Есть кто дома? Либо патрончиков. Это не то, ну ладно, возьму. Лишним не будет. Деньги лишним не будет. 55 рублей, зашибись. Я смотрю ровно на гаражи. Значит, мне нужно идти прямо. Это получается в сторону обочины. Вот это обочина. А что это означает, я не знаю пока. Это плохое место? Это где будут бить? О, свой игрок. Ух, мне спокойнее стало немножко. Эй, здорово, братан. Ой, кто-то стреляет, кто-то стреляет. Беги, братан! Бежим за ним. Лучше вместе держаться. Он будет моим живым щитом. Идем со мной. Вместе я выживу. 74 метра. Это обочина. Все. Мы в новой локации. Лежанка хрюш. Так, по животным здесь новых пока нету. Это радует. И теперь нам нужно до гаражей. Создадим метку, что нам вот сюда надо. Ой, ребят, вы добрые? Кажется, добрые. Они какие-то более экипированные, на мой взгляд. Смотрите, а здесь совсем все по-другому. Зелень более зеленая, и деревья выше. В целом растительности как будто бы больше. Вот сейчас есть ощущение, что я на природе нахожусь. На такой приятной природе, как в парках. Ой, блин! Ой, блин! Ой, блин, я наступил на колючую проволоку! Кто бы мог подумать, что она коцает здесь. Патронов все еще нет. Дайте, это что такое? Предохранитель? Возьму, конечно же. Может быть, он меня предохранит от всяких тупых действий. Я, кстати, походу, сейчас выполню свой челлендж. Я добрался до гаражей, ни разу не сдохнув. Весь свой лут, который я награбил и насобирал, я сейчас принесу спокойно, кажется. Хотя я не понимаю, что вот это за место. Опасное оно или нет? Это город, через который надо пройти. Ладно, пойдемте. Ой, блин, ой, блин. Опасная зона, почему я не читаю? Ладно, здесь все опасно, надо валить отсюда. И гаражи есть! Я смог. Опасностей было много. Че, пойдемте по гаражам бегать. Сразу встречают меня гостинцами. Как будто к бабушке приехал. А где гаражи-то? А, ну вот они все. Здесь надо кого-то найти. Найти сапожника. Сапожник, это ты. Ты кто? Чего тебе надо? А, чё? Спокойно. Тебе вообще какое дело? В общем, чтобы нам с ним нормально поговорить, нужно его напоить. Соответственно, нужна водка. У меня этого нету. Давайте прикупим ее. Скорее всего, она точно здесь есть у кефира. Давай поторгуемся. Что он дает мне? Водка! Опа! Как он подсобил мне только что. Давайте. Мне кажется, спину потянул. Как продать-то? Вряд ли я могу продать. Патроны 9 миллиметров. Отлично. 200 штук. Купим. Купить. 91 рубль. 200 штук. Нормально вообще? Или маловато? Я бы купил парочку гранат. Штук 5. Много стоит купить. Ладно, 2 гранаты. Ладно. Можно продать брони ему. Да я хочу продать. Гнида только продает мне. Покупать он ничего не хочет. Ладно, спасибо за водку. Ну что, сапожник. Опять ну вот тебе водочка, а? Давай поговорим. Давай, 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 давай. Души. От души, братан. Вот этого не хватало, честное слово, не хватало. Ну-ка, давайте еще его набухаем. Он должен сказать мне, блаженный он или нет, такой же, как я. Но блаженный я называю лично балдежный. Кстати, давай, ты балдежный или как? Да, заколебался это. Шкериться туда. Все, я его вывел на чистую воду. Все, пока. Тут есть чел по имени Шуруп. И у него можно что-то проапгрейдить. Давайте попробуем заапгрейдить. Отремонтировать, во-первых, можно. Восстановить компонент оружия, набор компонентов оружия, новичок. Восстановить что-нибудь не могу. А, у меня только набор компонентов брони. Есть один набор компонентов оружия, который вот. Но я пока не знаю, как это работает. Ладно, мы еще можем ремонтировать старый МРК. Я понаполучал кучу заданий в итоге себе. И, судя по всему, еще пока много чего мне здесь недоступно, поскольку репутация на нулях. Поэтому я просто сейчас пойду туда, в дикую природу. К опасностям. В лагерь бандитов, например. Как раз оттуда какие-то сигналы исходят. Явно меня зовут. А это что такое? Соленоид выпадает при смерти. Какой-то соленоид. Я заберу. Все соленоиды буду забирать. Они, наверное, для продажи. Базовая цена 960. 960 рублей. А мне очень надо восстановить свое денежное положение, потому что я купил сало, как вы помните, в прошлом выпуске. Не получил его, а денег потратил много. Выстрелы. Вот тут много аномалий очень. Ой, блин. Есть, есть, есть. Из-под тяжка всех прибил. Как я умею, как я люблю. О, кажется, мы зачистили базу. Фига. Я пришел, и я помог. Еще один лагерь бандитов через 150 метров. Ой-я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 й. Опасная зона. Кто? О! Есть. Здесь надо быть очень осторожным. О! Кто? Где был Пав? А! Есть. Выжил. Слушайте, я один здесь сражаюсь, получается. Что там у него? Надо забрать. Навались, пацаны! О! Стоял в засаде, гнида.
Включаем Night Vision. Во, как будто солнечный день яркий. Так, здесь есть что? Воу, 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 воу. Откуда ты стрелял? Из дома? Еще кто-то есть? О! Черт, игрок меня убил. А, я буду аж в самом-самом начале, да? Где я? А, нет, я в гаражах. Возвращаемся. Когда дело касается реальных игроков, тогда вот трудности начинаются. Пока Евгений может только неписи убивать. 150 метров, кстати. Игрок. Оп. Осторожно. За ним. Просто бьем его. Воу, 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 воу. Ну-ка. Оп. Стреляй, стреляй. Ножом. Ножом, ножом, просто бегать ножом. Ножом его бить. Черт, скорее. Прогноз на ближайшие часы. Выброс. О, нет, скоро будет выброс. Я должен успеть собрать все, что я потерял, и вернуться обратно на базу. Черт. Ой, как много я словил радиации только что. Сейчас умру. Не, ну я это не переживу просто. Я же там сдох. Каким образом я туда должен попасть? Я умираю. Ладно. Чуток подождем, прям чуток. Ох, как качает, да, ребят? Господи, как же укачивает. Недолго это будет происходить, а мой труп вообще-то лежит. Что, может быть, телек посмотрим? Что показывают? Не могу, трясется все. Какая-то вода с деревьями. Он еще сильнее теперь. Даже сама тряска трясется сейчас. Я боюсь представить, что там сейчас с моим трупом происходит. Его трясет и шатает. Позорная смерть. Опа, кажется, все прошло. Выброс кончился. Гоу, гоу, быстрее. Ты хочешь сказать, что я умер здесь? А, ну да, все правильно. И еще один труп мой был вон в той стороне. А, здесь радиация написана. Как же я в прошлый раз-то здесь проходил? Я же как-то проходил здесь в прошлый раз. А, по-моему, я прошел вот здесь. Вот как я оказался на другой стороне железной дороги. Я теперь понял. У меня есть два бинта. Немножко антирадиационных. Броня есть, но не очень надежная. Какого? Кто был? Кто посмел? О! Черт! Это игрок! Опять игрок ко мне подошел. Открался гад. В том же самом месте. Я вернусь сейчас 130 метров. На самом деле здесь я легкая мишень для него. Не потому, что я какой-то нуб, а потому, что я начинаю стрелять в неписи и выдаю свое местоположение. О, спалили. Как меня спалили. Вон там лежу. О, черт, как же он так решитит меня. Давай, 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 давай! Я убил его! Я убил его! О, отлично! Здесь меня не заметят. Блин, заметили. Гоу, подбирать труп. Оп! Есть. Здесь нету трупа. Все забрали. О, ну почему? Хотя чего я ждал? Ну это и прикольно. Мне кажется, в этом основной шарм этой игры. Ты можешь добывать кучу всего, бегать и постоянно испытывать этот страх, что тебя сейчас все отнимут. С ножа зарежу. С ножа! Оп, 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 оп! Есть! А? А? Ладно, это всего лишь неписи. Нужно бояться здесь игроков. Окей, теперь следующая моя задача. Это дойти до суда. 500 метров. Смотрите. Надо застать врасплох. По-моему, идеальный момент. Оп! Собака! Вот это западло! Меня врасплох застала собака! Все испортило мне! Чертовы псины! Какого фига? Какого фига? Патроны! Отлично! Спасибо, патроны, что запороли мне все! Можно я встану? Я хочу встать! Я ошибся, нужно бояться не неписи или игроков других. Надо бояться собак. Опа, смотрите, какой я лут нашел. Почему я не могу взять все? Почему я не могу взять все? Через 12 секунд могу забрать. Это какой-то чел просто взял и случайно это все потерял? Или это мое? Нет, это не мое. Компонент оружия. Стоп, у меня это было. Не знаю. Но я забираю это все. О, блин, даже не знаю, стоит ли мне идти за своим трупом, когда я столько всего взял. Я думаю, я лучше вернусь в гаражи и все это положу на склад. И я даже продавать это все не буду. Ведь не ради денег все это делается. Я люблю собирать всякое говно. Я уверен, что я не
один такой. Согласитесь, наверняка среди вас есть те игроки, которые любят, чтобы много было предметов. И даже не важно, что вы с ними будете делать. Это ж как мне повезло такой большой рюкзак найти. Очень я доволен. Итак, я сказал, что мой челлендж это дойти до суда, а потом на завод Первомайский. Большая локация, очень интересно посмотреть, что там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт, атака со всех сторон! И опять собаки мешаются. Господи, как вас много и все бесите! Скорее бежать! Скорее бежать! Черт, помогите! 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 Нет! Вернуться отомстить! Вернуться и отомстить! И все опять же из-за собак, прикиньте! Я вернулся по спидрану. Где мой враг? Этот гад все забрал. Много рюкзаков лежит, что-то в них можно найти. Да, по мелочи, но приятно все равно. Ладно, нужно в эту сторону идти. Опа, какой-то рюкзак с кучей всего. И куча останков, и ресурсов. Мочилово здесь впереди. Ой, перевешен. Черт, зачем я так много взял? А, чего-то надо убрать. Набор походной посуды? Выбросить нафиг. О, нет, ты меня убили. Бегом, 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 бегом. Еще 100 метров. И может быть я даже все заберу. Но навряд ли, конечно. Стоп, это мой рюкзак. А я неплохо забрал. Здесь что у нас? Хлебущик. Нафиг. Да, вот патроны я бы взял. Не знаю, здесь враги или нет. И враг. Нет, он хороший. Эта база захвачена нами. А я тем временем получаю возможность пойти еще дальше. На завод Первомайский. Тут есть бар. Вот здесь как-то атмосфера начала становиться более жуткой. Несмотря на то, что светает. Это что такое? Потерянный рюкзак. Я его подобрал. Я не могу с ними ничего сделать. Некоторые рюкзаки можно распаковывать, а какие-то просто нельзя. Тут же написано, что внутри 36 предметов. Или это может быть рюкзак моих друзей? Кто это был? Умри, пожалуйста. Я убил игрока только что. Давайте, что ли, посмотрим. Вот рюкзак игрока. Тоже не могу его распаковать. Но я могу скопировать его ник. Возможно, это для того, чтобы потом торговать с ним. Типа, мол, я отдам тебе твой рюкзак с вещами, а ты мне за это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Адская радиация. Слышите, я слышу. Это свой. Походу, он просто фармит. Воу! Нет, это злодей-враг. Черт! Черт, их там двое! Ладно, давайте немного успокоимся. Я и так неплохо полутал, неплохо посражался. Но кое-что все-таки не дает мне покоя. Я в прошлом выпуске купил сало и не получил его. И поэтому я вернулся обратно в ставку атамана, в свою первую базу, чтобы попробовать купить на аукционе еще сало. Ведь если первый раз не получилось, получится во второй, я уверен. Осталось только вспомнить, как аукцион мне посетить. Где он? Как? У кого? А, он в моем PDA находится. Аукцион. Вот он. Ищем сало. Опа, сало за 3300, по дешевке, я беру. Вы успешно выкупили выбранный лот, предмет отправлен вам почтовой посылкой. Почтовой посылкой. Так, а по почте, чё, где почта находится? Кажется, вот. Сало? Погодите, а это что? Вставь видео пупсик, пожалуйста, с возвращением в зону для Юджина. Привет, я твой фанат и увидел, что ты зашел в Сталкрафт, удачи. Надеюсь, у тебя будет больше удачных ходок. Привет, Юджин, если ты это читаешь, то считай это как сюжетное пояснение. Блин, здесь ребята мне прислали вложение 5000 рублей. Мне прислали 5к? Он говорит, что на гаражах в следующей локации есть письмо, просто подойди к ним и у тебя будет 5к? Вложение от Этериума. 1488 рублей. Этериум просит, чтобы я его вставил в видео. Я тебя вставил в видео. Да как твои деньги вставить в свой карман? Я пока не понимаю. Забрать посылку можно только в безопасной зоне. А я чё, в опасной зоне нахожусь? 10 тысяч рублей? И сало свое опять же забрать не могу. Опа, смотрите, какое оно. Какое оно магическое. Испускает какие-то волны, я не знаю, что это. Это самое вкусное сало, кажется, которое когда-либо видел. В безопасной зоне. А, погодите, выброс начинается. Боже мой, ребята, вы меня просто порадовали. Я даже не знал, что вы можете мне здесь письма отправлять. И все с деньгами. Да, я вас обожаю, я сейчас буду богатым. Это наглядно показывает, что ты должен просто добрую энергию в мир посылать. Я не хотел сеять раздор здесь, я хотел просто сало себе. И не пожалел 9 косарей даже на сало. А, кстати, где мое то первое сало? Ой, как много писем здесь от вас, друзья, это же просто... А, вот сало! Мое первое сало, которое я не могу пока тоже забрать. 10 тысяч рублей! Блин...
Кажется, зона решила избрать вас. Макс, Корявый, Босой Заяц, господи, я не смогу вас всех прочитать на видео, это будет очень долгое видео. Но я так вам безумно благодарен. 25 тысяч рублей и куча предметов. Я не знаю, мне кажется, я сейчас испытал максимальный оргазм. Именно поэтому так трясет всю местность здесь, потому что Евгений максимально сейчас оргазмирует. А-а-а, ребята, берегитесь, выброс! А-а-а, выброс от Евгения. Отлично, выброс кончился. Друзья, не знаю, как вас благодарить. Это просто великолепно. Вы лучшие. И сейчас я буду выполнять самый главный квест в этой игре. Самый главный квест своей жизни. Это собрать все деньги, что вы мне прислали. Кажется, я понял. Все-таки не зря меня тянуло к этому месту. Судя по гайду, мой путь лежит именно туда. Мне нужно открыть курьера, если я все правильно понял. А значит, просто отправляемся в путь за деньгами. Я горы сверну ради денег, понятно? Это квест всей моей жизни. В путь! Доступен! Курьер, ты где? Это он? Это курьер Шила. Здравствуй. Чё хотел? Познакомиться хотел. Это все? Да, я, пожалуй, пойду. Погоди, стой. В смысле? А, вот. Да, есть что обсудить насчет посылки. Предметы для отправки. Нет! Смотрите, вот. Сало. Забрать посылку. Прикрепление успешно перенесено в ваш инвентарь. У меня есть сало! Быстрее! Я забираю 1488 рублей. Отлично. Ну что ж, сейчас я... буду забирать все посылки на ваших глазах. Гребаных часов спустя. Итого, я получил на данный момент 1 827 614 рублей от вас. Мой персональный склад забит подчистую. И это даже еще не все письма я просмотрел. Далеко не все. И я пока не могу их просмотреть, потому что мне некуда складывать это все. Ведь чтобы открыть вторую страницу склада, мне нужно 5-й левел вставки атамана. Я безумно вам всем благодарен, друзья. Вы просто сделали мой день сегодня. Из грязи в князи. Вот так вот внезапно. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, чем мы можем крутым теперь снарядить себя. Давайте возьмем самое крутое, и потом будем сравнивать. Охренеть броня, охренеть рюкзак. Алюминиевая бита даже есть. О, и, конечно же, сало. Чертовски много сала. Ну, давайте-ка посмотрим. Из всех броней самое жесткое это вот это. Тяжелый комплект. Ставим биту. Потом эту винтовку снайперскую. Ставим здесь в такую штуку. И не знаю, что она даст мне. Будет мешать мне видеть. Ах да, и рюкзак. Теперь я пипец какой опасный. Смотрите, какие у меня биты есть. Оп. Надо бы проверить себя в бою. В сессионном бою 1-1. Создать бой. Ставка 50 тысяч. Я могу себе это позволить. Все максимально случайное. Понеслась. Ну что, кто-нибудь примет мою ставку? Опа! Никто не побоялся. Как будто мне есть что терять. Вообще пофигу. Играем жестко. Играем страшно. Погибаем позорно. А? Я не боюсь потерять деньги, потому что они не мои. Ой! Как он в голову? А чё он такой меткий? Есть! Вон он. Вверху. Оп! Хочет забрать мои 50 косарей? Не тут-то было. Оп! Оп! Есть! Бам! Так, не умереть!
шерсть! Счет сравнялся. И тебя... Оп! А! Как ты попал? Я был так близок. Черт, жалко, нельзя все свои деньги поставить в качестве ставки. Я бы с удовольствием бы это сделал. Мне кажется, это был бы угарнейший матч. Тогда я, пожалуй, сберегу все деньги, что вы мне подарили. Огромное еще раз вам всем спасибо за это. И если хотите отправить еще, не стесняйтесь. Вот, отправляйте, я с удовольствием приму. Но я у вас в долгу не останусь, ведь у меня тоже для вас есть подарочек. Просто введите этот промокод, и он даст вам шикарные бонусы на старте игры. А на этом мы с вами закончим играть в StarCraft X. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, пишите комментарии. И мы увидимся с вами в следующем видосе. Еще раз вам всем большое спасибо за ваши бабосы, которые вы мне отправили, и шмот. Мне было очень приятно. Поэтому ловите от меня напоследок самую мощную, самую дружественную пятюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!